Всем привет! У микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы полетаем на самолете, поплаваем под парусом, покатаемся на боевом роботе, побудем вождем сарацинов, порубим зомбаков, ну и посмотрим, как Бэтмен совершает утреннюю пробежку. Поехали! Первая игра на сегодня называется Aircraft Combat 1942. Это аркадный авиасимулятор, и по цифре в названии можно сразу догадаться, о каких временах пойдет речь. В принципе, это скорее аркада, чем симулятор, потому что каким-нибудь Ил-2 тут и не пахнет. Летать научиться просто, стрелять по врагам сложнее, но тоже не особо трудно. В целом, приятная графика, разные миссии и большие просторы. Так что летаем, пацаны! Вторая игра Age of Wind 3. Она про пиратов. Если ты любишь игры, где нужно ходить под парусом, атаковать врагов из пушек и собирать сокровища, то это явно то, что тебе понравится. А вообще, если кто играл в Корсаров, тот сразу поймет суть игры. Надо ловить ветер и стрелять из боковых орудий. Кстати, можно собрать свой небольшой флот и стать настоящим хозяином морей. На мой взгляд, игра стоит того, чтобы хотя бы ее заценить. Следующая игра называется «Десантный корпус». Это многопользовательский шутер, в котором главные роли играет тяжелая техника. Ну, как в танках онлайн, только здесь помимо танков тебе предоставляется большой выбор техники, воздушной и наземной. Тут есть и сами танки, и вертолеты, и даже здоровенные боевые роботы. В бою ты зарабатываешь деньги, за которые потом и разблокируешь новые военные единицы. Ну а в остальном все как мы привыкли. Захват точек, перестрелки, удерживание базы и так далее. Одним словом, весело. Четвертая игра на сегодня называется «Оттамания». Невооруженным взглядом видно, что это клон Plants vs. Zombies. Только он про каких-то татаро-монголов, что ли? Тут то же самое. С одной стороны, волнами топают мужики с мечами, пытаясь дойти до твоих палаток, а ты ставишь своих сарацинов, чтобы не дать этому случиться. А вместо подсолнухов котлы со жратвой, вместо гороха лучники. В общем и целом, клон неплохой. Вот только когда мы сражались с зомби, у них отваливались руки и все такое. Так что всегда можно было понять, сколько хитов осталось у того или иного зомбаря. Тут же визуально жизни не отображаются, и отличить умирающего врага от здорового не получается, что не очень-то хорошо. Следующим номером нашей программы игра Zombie Diary Evolution. Это веселый мясной слэшер про зомби. Довольно веселая штука с интересными персонажами. Например, один из них кот в костюме робота с дробовиком. Трэш и угар, одним словом. Ходишь туда-сюда, расстреливаешь зомбаков, пилишь их пилами и вообще уничтожаешь их пачками. Единственное, что при таком-то количестве мяса в игре на удивление мало крови, что, на мой взгляд, немного портит фан от расчлененки. Но все равно игра крутая. Последняя сегодняшняя игра — это раннер под названием Batman and Flash Hero Run. В принципе, он абсолютно стандартен для жанра. Абсолютно ничего нового. Вначале выбираешь, кем ты будешь играть, и в зависимости от этого попадаешь в определенную локацию, которая для каждого героя своя. И это, пожалуй, единственная фишка игры. А, ну еще во время забегов можно подбирать патроны и стрелять во врагов. А иногда вылазят боссы, в которых тоже нужно стрелять. В остальном же раннер как раннер, да еще и с какой-то деревянной анимацией бега. Думаю, ради таких-то известных чуваков, как Бэтмен и Флэш, могли бы постараться и получше. Но, в принципе, все играбельно. На сегодня у нас все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!